Мы подходим к одной из самых сложных, самых трагических страниц в истории православной церкви, к старообрядческому расколу. То, что произошло тогда, оказывает определенное влияние и на дальнейшие судьбы православной церкви, в общем-то, ощущается до сего дня. Старообрядческий раскол – это 17 век, и чтобы понять раскол, надо чуть-чуть обратить внимание на предысторию, на предшествующие события в истории Руси, 17 век начинается с трех лет голода, которые были на Руси, три года, когда ситуация стала чрезвычайно тяжелой, когда из-за голода и связанных с этим проблем государство существенно ослабло, и вот это вот ослабление государства привело к тому, что многие захотели этим, ослабле... захотели этим ослаблением воспользоваться в результате интервенции, в результате войны. И во многом в результате этого началось так называемое смутное время. Я не буду подробно рассказывать о смутном времени, но просто напомню, что это время польской оккупации, время правления на Руси Лжедмитрия, Дмитрий I, Дмитрий II и всех связанных с этими событиями. И государственная власть не смогла противостоять этой оккупации. Более того, в общем-то, и официальная церковь даже поначалу ничего не могла делать, и патриарх московский он присягнул полякам. И тогда возникло очень интересный, очень специфичный феномен в истории русской государственности, так называемое народное ополчение. Первые попытки ополчения были не очень удачные, но впоследствии ополчение под руководством Минина и Пожарского в конце концов смогло прогнать поляков из Москвы и восстановить государственность на Руси. И вот это вот очень интересный момент, что именно народное ополчение, некая вот такая самоорганизующаяся структура, она в конце концов и привела к победе. И это сильно повлияло на самосознание людей, в том числе повлияло и в отношении духовности. Вообще, мы уже с вами обращали внимание, что, например, когда было монголо-татарское нашествие, с одной стороны, это, конечно, было тяжело для государства, с другой же стороны, хоть и не решило всех проблем православия на Руси, но, по крайней мере, привело к некому углублению православия, к расширению его влияния, к более осознанной православной вере. Так и здесь вот такой вот народный подъем, народная борьба за независимость государства, она одновременно привела к обостренному интересу, в том числе и к духовным вопросам. Может быть, самое яркое проявление этого интереса ⁇ проявление так называемого движения боголюбцев. Людей, которые достаточно активно посвящали свою жизнь духовным вопросам, которые проповедовали. И это очень немногих, один из очень немногих случаев в истории православной церкви вот это движение боголюбцев, когда в церкви проповедовали не священники, которые просто по своим обязанностям должны это делать, а допускались для проповедей миряне, которые проповедовали и в рамках богослужения, и просто за рамками богослужения, где-то там на улице, в каких-то других обстоятельствах, достаточно часто звучала христианская проповедь. Причем, обращаю внимание, это не профессиональные священники, это не служители церкви, движение боголюбцев, во многом это движение не только среди священства, но и среди мирян. Движение пользовалось достаточно большим влиянием, и достаточно большой поддержкой, вплоть до того, что царь Алексей Михайлович Романов, он принадлежал к этому движению и покровительствовал этому движению. И благодаря такому покровительству со стороны власти некоторые реформы, которые предлагались этим движением, они принимались. В частности, ну, некие ограничения были приняты на употребление спиртных напитков. Было расширено церковные службы. Если до этого церковные службы в России... Проходили очень специфичным образом, например, одна, один из методов проведения службы того времени, так называемое многогласие. Мы уже говорили, что подлинная православная служба, она достаточно длинная, состоит из многих элементов, очень сложная. И людям, да и священникам, которые это проводили, не очень нравилось большое время и большие усилия тратить на то, чтобы полностью службу провести. Иногда служба сокращалась, но это не очень хорошо, потому что не очень понятно, что можно выкинуть, что нельзя выкинуть, насколько это допустимо. Поэтому был придуман очень интересный метод многогласия. Когда служба разбивалась на несколько фрагментов, и потом все фрагменты осуществлялись параллельно. Один здесь священник читает один текст, второй, второй текст, третий, третий текст и так далее. Вышло несколько священников, быстро каждый провел свой элемент службы, и оп, все сделали и все закончилось. А, понятно, что для восприятия это очень сложно, но, ну, по крайней мере, только одного вы можете слушать, и всю службу за несколько раз, если хотите, только прослушаете, а, может быть, вообще ничего не услышите. Просто это одно из таких Явлений того времени, с которыми боролись боголюбцы, и они вернули во многих храмах полноценную службу, отменили многогласие. Может быть, не всегда это добавляло любви со стороны народа, потому что ни тебе выпивки, ни тебе простой службы. Но вот это вот воодушевление, которое было в связи с победами и с изменением того, что происходило в России, все-таки способствовало тому, чтобы голюбцы имели успех и было достаточно, ну, достаточно большое уважение к ним. И вот, помимо того, чтобы они проповедовали, проводили какое-то восстановление богослужения, следили за порядком, они озаботились еще одним очень важным вопросом, а именно изданием церковной литературы чтобы богослужебные книги, христианские книги были доступны для большего количества людей, и в том числе и были бы богослужебные книги доступны для церквей, для священников. И вот здесь возникает одна такая неочевидная проблема. До того момента, когда внедрилась активно книгопечатание, и книги переписывались от руки, но как переписал, так и переписал. А даже если ты переписал не очень удачно, то этот неудачно переписанный вариант будет всего лишь в одном экземпляре и мало на чем скажется. Но когда книги нужно печатать, и это уже не один или не два экземпляра, это большие тиражи, то прежде чем печатать книгу, нужно разобраться вообще, как должен выглядеть текст. Еще Стоглавый собор отмечал, что в богослужебных книгах достаточно большое количество ошибок. Ну, это понятно, потому что долгая-долгая рукописная традиция, время от времени переписчики ошибаются, ошибки накапливаются, и с тех пор, как появились первые богослужебные книги на Руси и до 17 века, ошибок накопилось огромное количество. Теперь есть люди, готовые издавать. Есть технические средства для издания. Осталось решить один Казалось бы, небольшой вопрос. Хорошо, как должен выглядеть правильный текст, который будет напечатан в свете того, что рукописи искажены, и более того, в результате переписывания существует огромное разнообразие всяких рукописей. И вот тогда предпринимаются фактически две попытки создать правильный текст, который будет распространяться. Две попытки, основанные на двух разных подходах. Первая попытка, ну, достаточно очевидная, собрать большое количество рукописей, проанализировать их, сравнить, выделить самые лучшие, самые логичные варианты, может быть, самые часто встречающиеся варианты, и в результате такого анализа создать какой-то текст. Такая попытка была предпринята, и такой текст был создан. Второй вариант ⁇ это вспомнить о том, что рукописи, с которыми мы имеем дело, они же не из воздуха взялись, это перевод греческих богослужебных книг. Кто мешает съездить в Грецию, взять греческие богослужебные книги, заново их перевести, это сразу же избавит от всех ошибок, накопленных за эти века. И это тоже было сделано. Тоже отправились люди в Грецию, привезли греческие богослужебные книги. Правда, привозя книги из Греции, привезли книги в основном современные греческие книги, которые использовались на тот момент времени, которые печатались, кстати, в Италии. Помните, что Греция завоевана турками в тот момент. В Греции особо ничего не попечатаешь из христианской литературы. Так что они печатались в итальянских типографиях. И у Греции это была в свое время та же самая проблема – накопление разночтений, накопление ошибок. Плюс еще издание в Италии было не очень качественным. Поэтому на самом деле привезенные из Греции рукописи, ну, насколько уже теперь сегодня это известно, довольно слабо соответствовали тем оригиналам, с которых когда-то переводились тексты на русский язык. И в результате всего этого тексты, богослужебных книг, которые получались из сравнения русских рукописей и которые получались из перевода новогреческих рукописей, они достаточно сильно разнились. И здесь нужно было делать выбор. Какой все-таки текст издавать? Какой текст использовать? И как относиться к другому тексту и к другому варианту? И чтобы понять дальнейшие события, нужно обратить внимание вот еще на ключевые фигуры того времени. Мы уже с вами упоминали царя Алексея Михайловича из Боголюбцев, у которого есть многие такие вот религиозные, где-то благочестивые мечты. Плюс у Алексея Михайловича были мечты не просто связанные как-то с духовностью на территории России. Вы помните Москва, Третий Рим, Поэтому у него были мечты гораздо более масштабные. Он надеялся, что силой русского оружия удастся отвоевать у тур... uh, uh, Иерусалим, а удастся отвоевать Константинополь. И была мечта, что в Константинополе, в Софийском соборе, все православные патриархи, ну и в присутствии, наверное, Алексея Михайловича, uh, проведут единую такую православную службу. В этом его очень поддерживал его так, друг, патриарх Никон, который ну, разделял мечты и взгляды царя. Человек незаурядный во многих отношениях. Он вообще из простых людей. То есть он не из знатия. И благодаря ну, какой-то тоже и боголюбческому настрою, и с человеческим качеством, неплохо сделавший церковную карьеру, причем в положительном смысле этого слова. И, кстати, просто чтобы а вот, ну, оценить какие-то человеческие качества, его, например, он проводил службы, ну как патриарх, он должен нести службу, причем, помните, полноценная православная служба 7 часов, так вот он его проводил в патриаршем облачении, которое в основном из золота и драгоценных камней и весило 70 килограмм. И вот 7 часов в 70-килограммовой одежде он проводил службу. Известен случай, например, когда он по Северному Ледовитому океану плыл на корабле, произошло кораблекрушение. Он вплавь добрался до берега, две недели пошел, шел пешком по тундре, добрался до жилья и таким образом выжил. То есть вот в физически. там э, э, в отношении характера, достаточно твердый и жесткий человек. И вот Алексей Михайлович с его мечтами и планами, и патриарх Никон, из простых, но достаточно сильных людей, они принимают решение о том, что же дальше делать и как все проводить. И вот эта вот мечта о, о едином служении, когда будет отвоеван весь христианский мир, вот эта мечта во многом определяет направление их мысли о том, что лучше вы наверняка выбрать греческий вариант текста, потому что если будет греческий вариант службы, то тот самый текст, который используется, пусть находящийся в плену, но все-таки там Константинопольской церкви, который используется другими церквями Востока, то если и русская церковь будет использовать тот же вариант, это особо ярко, там значимо, продемонстрирует единство православной церкви. И вот где-то даже исходя из этих соображений, они предпочитают вариант греческий. Но вариант греческий, он, я уже говорил, он достаточно сильно отличается от русского варианта. И многим русским не нравится переход на греческий вариант, многим русским а, не нравится какое-то изменение. А помните, мы говорили о замкнутости Руси? Мы говорили о традиции, мы говорили о попытках все сохранить неизменным. Более того, вот совсем-совсем недавно же произошла победа ополчения Минина и Пожарского. Это воспринималось как религиозное действие. И прежде чем отправилось это ополчение в поход, они молились перед иконой Казанской Божьей Матери. Причем молились даже не о победе, молились о единстве. И вот вроде как бы Бог ответил на эту молитву, Он даровал единство, они победили, и вот они русские, с русской традицией, они побеждают. И вдруг им предлагается другая традиция. Предлагается другая традиция, а для людей, не очень следующих в богословии, не понимающих, что богослужебная традиция – это отражение только лишь богословия, для людей, склонных к обрядоверию, перемена традиции – это фактически перемена веры. Потом один из лидеров старообрядцев, Авакум, он говорил «За азмь ну, умру». То есть смена буквы – это уже смена веры. И вдруг этим людям вот это вот все предлагается – а вдруг а, а, Никон, Алексей Михайлович, а, а, так как они люди достаточно суровые, то предлагается это не просто в виде совета, а предлагается это с нажимом, предлагается это с использованием государственного аппарата принуждения, предлагается это сначала со ссылками, а потом чуть позже будет и с казнями тоже. Так вот, когда все это предлагается, то люди не готовы принимать это не готовы к этой перемене, и начинается острое возмущение против всего этого. Чтобы, может быть, как-то разрешить эту проблему, чтобы как-то разрешить этот конфликт, в Москве собирается собор. На самом деле там собиралось несколько соборов, и первый собор принял достаточно мягкое решение, но в 1666 году собирается большой собор, куда приглашаются представители в том числе греческой, византийской церкви, они приезжают на этот собор, на этом соборе поднимается вопрос об обряде, и, в общем-то, не очень удивительно, что представители греческой церкви отстаивают на этом соборе греческий вариант, и собор принимает решение о предпочтительности вот этого вот греческого варианта. Но более того, он не просто принимает решение о предпочтении греческого варианта, он еще и принимает решение об анафеме на старый вариант, на русский вариант. А теперь представьте реакцию людей, которые верят в праведность и благодатность русской церкви, русской традиции, которые помнят вот эту еще недавнюю победу, которые воспитаны так, что там перемена буквы это практически перемена веры, и вдруг объявляют анафиму на их обряд, то есть фактически объявляют анафиму на их веру, более того, ведь их отцы, там деды и прадеды следовали тому же обряду, значит это анафима и на всех их предков, и на всю русскую церковь, вроде бы вся русская церковь безблагодатная, а еще это и происходит в 1666 году. И какие мысли приходят в голову этим людям? Мысли достаточно очевидны. Воцарился Антихрист. А был только лишь спор, кого считать Антихристом, у Алексея Михайловича, Никона или еще кого-нибудь. Но кто-то из них точно Антихрист. А потом, когда история продолжилась, Никона, кстати, между прочим, отстранили от его должности. Ну, у Никона, он хоть человек в одном смысле сильный, но с другом, Но ну, было у него много капризов. Он оставлял патриаршество, уезжал, возвращался и так далее. То есть, в общем, у него достаточно... Много всего с ним было странного связано, но ну, для нас пока это не важно. Но Никон, может быть, оказался не очень подходящим кандидатом в Антихриста. Потом Алексей Михайлович тоже не так уж и долго после этого прожил, поэтому там и Петра Первого считали Антихристом, и кого только еще не считали из ключевых фигур политических. Но оставалось все время вот это вот ощущение, наступило царство Антихриста. И Флоровский пишет, что главная тема раскола – это даже не вопрос обряда. Главная тема раскола – это вопрос Антихриста. А плюс к этому еще какие-то перемены не только богослужебные, но и перемены в, просто в, э, такое, в бытовой жизни. Почему-то считается, что первым западником был Петр I, но на самом деле первым западником был Алексей Михайлович, и при нем уже начинали сибиряки бороды и европейские кафтаны, и внедрение каких-то западных новинок и так далее. И вот это вот тоже а, выглядело как признаки проявления царства Антихриста. И... А Вакум там задавал вопрос, подумайте, возлюбленные, с кем бы вы хотели оказаться на суде, с барабодатыми праведниками или с обритыми грешниками. Ну и прочие подобные вещи. Да, и вот там уподобляются псам котам, сбривая бороды, ну и прочее. Ну, просто это такой какой-то внешний признак. Но, тем не менее, вот это вот все накопилось, вот это вот все выплюснулось в ощущение конца э, мира, в ощущение наступления Антихристого царства. Ну и просто, может быть, пара деталей, когда я говорю о разнице в обряде, э, то что имеется в виду, какие, какие различия есть, какие, может быть, самые яркие различия. Ну, во-первых, самим символом раскола... Стало двоеперстие. Когда человек крестится, как правильно складывать руку? А, да, то есть есть два варианта. Вот так двоеперстие или вот так троеперстие. А, Никоновская церковь, ну и современная православная церковь, они сторонники троеперстия. Здесь два пальца, здесь три пальца а старообрядческая церковь, это, кстати, утверждено двоеперстие стоглавым с собором. Помните, я говорил о важности этого собора? Собор постановил, что должно быть двоеперстие. Так вот, они сторонники вот такого сложения. Если говорить, кстати, о символики всего этого, то два пальца обозначают божественную и человеческую природу Христа, три пальца обозначают Троицу. Кстати, и при вот таком сложении, и при вот таком сложении есть два и три пальца. Кстати, вы обратите внимание, вот этот палец немного согнут, чтобы божественная и человеческая природа как бы на одном уровне была. А то вот так вот чуть-чуть еретично получится, да? Да, вот, вот такое вот положение руки, но аргумент старообрядцев. Смотрите, что происходит, если мы крестимся э, а, будто бы вся троица да, оказывается на кресте. А это древняя ересь, патрипсихазма, отец не страдал, это, ере, это считается страдание отца ересью, должен Христос страдать. Поэтому вот а, хоть два и три перста, но там потом очень большая а, богословская полемика. Может быть, полемика странная для протестантов, но для людей, для которых обряд принципиален, это все важно. Был спор о том, например, два или три раза петь Аллилуйя во время богослужения. Это связано опять же с вопросами, о а троице связывали. Там по солнцу или против солнца совершать крестный ход. Там Евхаристию на скольких просфорах служить. Некоторые молитвы по-разному звучали, там молитвы при крещении, молитвы при исповеди и так далее. То есть, в общем, по-разному были различия. Различия, которые, может быть, не казались принципиальными, не кажутся точнее принципиальными нам, но которые кажутся принципиальными тем людям. И с одной стороны... Такое мощное государственное принуждение, вплоть до ссылок и казней. А с другой стороны, такое же мощное сопротивление. Потому что пришел антихрист, и антихристу, конечно, нельзя подчиняться. Авакум, он из боголюбцев, тоже один из приверженцев старого обряда, лидера старообрядцев, он так вот критиковал официальную власть. Чудо! как-то в познание не хотят прийти. Огнем да кнутом да виселицу хотят веру утвердить. Которые то апостолы научили так, не знаю. Мой Христос не приказывал нашим апостолам так учить, еже бы огнем да кнутом да виселицу веру приводить. Э, трудно сказать, что было бы, если бы власть была у Вакума, а не у Никона, потому что Некоторые высказывания у него тоже достаточно резкие, но, по крайней мере, вакуум оказался в страдальцах, и не только вакуум, но и большая часть людей неравнодушных к вере, потому что людей, способных осмыслить. А это исходя из того, что, собственно, христианская вера это прежде всего отношения со Христом, это какие-то внешние выражения. Таких людей было немного. Для людей был принципиален обряд. И поэтому люди, ну, во многом посвященные э, вере, которые ценили веру, их существенная часть оказалась в расколе. Оказавшись в расколе, э, существенная часть из них погибла. Оставшаяся церковь была обескровлена. В официальной церкви остались люди, которые им сказали так, значит так, им сказали по-другому, значит по-другому. Люди не способны отстаивать свою веру, не способны стоять за свою веру. И я когда говорил, что очень тяжелые последствия для православной церкви, старообрядческого раскола, вот это вот главное последствие, потеря людей, серьезно относящихся к вере. Если чуть-чуть просто в двух словах сказать о дальнейших судьбах старобрядцев, старобрядческого движения, судьбы были очень непростые, потому что в раскол, это может быть очень характерно, но в раскол не ушли епископы. В раскол ушли священники, в раскол ушли миряне, а в православной церкви рукоположение может совершаться только епископом. А все остальные таинства могут совершаться священниками. И первоначально в расколе священники совершали таинства и продолжалась нормальная церковная жизнь. Но время идет, священники умирают, некоторых священников казнят. И старообрядцы остались в конце концов без священства. Им как-то нужно было выживать без священства. И тут разные варианты. Были радикальные старообрядцы, которые отказались от любых таинств. Но отказались от любых таинств не в том смысле, что пошли по пути стрегольников, решили, что они особо и не нужны. А, например, отказавшись от таинства бракосочетания, они не вступали в брак. Они не создавали семьи, они жили в одиночестве, у них, соответственно, не было детей. Ну, которого пришлось бы крестить или еще что-то с этим делать. И естественным образом вот эта вот часть старообрядцев практически вымерла. А другие старообрядцы решили, что ради последних времен, раз уж наступило царство Антихриста, можно как-то и без священников некоторые вещи делать. И возникли так называемые беспоповцы. Которые существуют до сегодня. Они очень много, но они э, до сегодня есть, которые основные церковные таинства без священников делают. А появилось еще одно, одно движение: так называемые беглопоповцы. Это те старообрядцы, которые переманивали к себе священников из официальной церкви. Они там рукоположенные, их можно переманить иногда за деньги, большие деньги, потому что это серьезный риск переход в старообрядческую общину. Но находились люди, готовые перейти. Вот так вот переманивали беглых попов и вот за счет этого совершали какую-то церковную жизнь. Наконец, часть старообрядцев нашла где-то в антиохийской церкви какого-то епископа, который согласился кого-то там рукоположить в епископы и вроде как восстановил иерархию с епископами и священниками, но правда с нарушением некоторых церковных канонов, поэтому другие это иерархию не признали. Так как все это было связано с городом Белой Крыницы, то называют эту часть в белокрынычане. И просто одно любопытное наблюдение в связи с этим. Старообрядцы, изначально помните, они противились любой перемене. Они отстаивали неизменность вот этой вот русской традиции, русского обряда. Но то, что у них получилось в результате со всем этим беспоповством, беглопоповством, белокориницкой иерархией, и всем остальным, и всем изменением образа жизни, Получилось так, что образ жизни старообрядцев во многом стал отличаться от дораскольного образа больше, чем у официальной церкви. Понятно, что они сохранили двоеперстие и еще что-то, но многие вещи изменились. Это вообще может быть типично не только для старообрядческого, но и для многих других подобных расколов в истории церкви. Тем не менее, в раскол многие ушли, многие пострадали. Там были и массовые самоубийства, потому что в последнее время царство Антихриста, и там были самосожжения, например, как способ уйти, выйти из этого царства Антихриста. Были и сожжения просто, ну сожжение вообще очень распространенная казнь была для старообрядцев, когда просто вот там запирали в избы, поджигали и сжигали их. Вот, так что, потом, конечно, ну, так как они были упорны, их было много, то в конце концов все-таки они остались и просуществовали до сего дня, и даже в 1905 году им дали религиозную свободу, а потом уже в 20 веке еще и анафему с них сняли. Вот. Но, но судьбы у них были непростые, и с одной стороны они пострадали, с другой стороны сильно ослабла и православная церковь. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tv .com. Ну и напоследок, чтобы вот так чуть-чуть вчувствовались э, в трагедию старообрядчества, стих один хочу прочитать. Современный стих. Э, Верлам Шаламов про Вакума писал. «Не в бревнах, а в ребрах церковь моя». В усмешке недоброе лицо бытия. Сложением двуперстным поднялся мой крест, горев пустозерский, блистая окрест. Я всюду прославлен, везде заклеймен, Легендую давней в сердцах утвержден. Сердит и безумен я был, говорят, Страдал, где и умер за старый обряд. Не нелепостен этот людской приговор, В нем истины нету, в нем слышен укор, Ведь суть не, суть не в обидах, не в этом вражда, для божьего взгляда обряд — ерунда. Нам рушили веру в дела старины, Без чести, без меры, без всякой вины, Что в детстве любили, что славили мы, Внезапно разбили служителей тьмы. В святительском платье, в больших клубуках, С холодным распятием, в холодных руках, Нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, Покорствуя страху в душе своему. Наш спор не духовный, о возрасте книг, Наш спор не церковный, о пользе верик, Наш спор о свободе, о праве дышать, О воле Господней вязать и решать. Ну и так далее. Не буду читать все. Если хотите, в интернете можете найти. Понятно, что Шаламов, может быть, не столько об вакууме пишет, он человек, прошедший сталинские лагеря, где-то тут свой опыт выражает, но с другой стороны, вот можно почувствовать вот это настроение и сопереживание, связанное со старообрячеством, и трагедию церкви, которая за этим стоит. Так что церковь была существенно ослаблена, и вот в этом ослабленном веке она, в ослабленном виде она входит в следующий век, и мы чуть позже поговорим, к чему это привело. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.